Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться вот такой вот замечательной игрушкой-комфортером. Я приложу в конце этого видео, как ее сделать, именно описание. Но я вам хочу вкратце рассказать, как ее сделать на словах. То есть смотрите, есть видео у меня, как сделать звездочку. То есть вы по видео можете связать вот такую вот звездочку. Затем прикрепляете с двух сторон вот такие вот обвязанные бусинки. То есть это, вот послушайте, обычные обвязанные бусинки пряжей. Как связать, обвязать бусинки, вы также можете посмотреть видео. Вот. Затем крепите голову. Голову вы можете взять за основу, голову котенка. Я обязательно все ссылочки оставлю под этим видео. То есть для тех, кто хочет именно видео, я не стала записывать, потому что все это у меня уже есть в записанных предыдущих видеоуроках. Голову, затем делаете ушки. Ушки вы можете сделать либо прямыми обратными рядами, это обычные полосочки, то есть хотите, можете связать ровные полосочки. В общем, в принципе, здесь роли так таковой не играет. Я сделала их двух цветов и обвязала столбиками без накида. Теперь же вы можете связать ушки просто как подошва на пинеточке, два ряда расширения, а затем обвязать их столбиками без накида и просто пришить. Теперь ручки я просто делала кольцо амигуруми, у него 6 столбиков, и делала прибавки до 18 столбиков. А затем просто провязав немножечко, буквально 5 рядочков, 18 петелек, я сделала постепенное убавление вот такой вот в рядочках. Буквально ручки у меня где-то 5-6 сантиметров, не более того. Опять же, я не думаю, что это составит огромного труда сделать, поэтому я, ну, честно говоря, не увидела смысла записывать. Просто решила с вами поделиться, что можно связать вот такую игрушку. На, скажем так, основе такой игрушки можно связать и котенка. Ну, то есть свяжете просто по видео котенка, которого мы с вами вязали в предыдущих видео. Голову присоедините, именно ушки котенка. То есть все сделаете, лапки его, на вот такую вот звездочку основу. И вот такие вот бусинки в виде ножичек. Как вы видите, она слаживается, я ее украсила, личико сделала, бусинки глазки, вышила носик, ротик. В общем, в принципе, ну, честно говоря, видео записывать здесь нечего. Все это есть, все ссылочки я оставлю под этим видео в описании. Обязательно смотрите, у кого какие будут вопросы, задавайте. Оставляйте в комментариях свои какие-либо пожелания. Мы с вами, если будет очень много желающих, свяжем видеоурок вот такой вот игрушки-комфортера в следующих моих видеоуроках. Поэтому комментируйте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!